Доброго времени, дорогие друзья, зрители, подписчики. Сегодня мы находимся, это Минская область, Смолевичский район, деревня про там... Я вам в описании напишу, как деревня называется, но Смолевичский район 24 километра от Минска. Просто тут такой внушающий большой огромный вид, 25 соток земли, туда сад-огород пошел. Сейчас я вам мельком дом покажу. Вот это вот строение, здесь гаражи, там на втором... комнатка, там еще комната. Морячок приплыл с дальнего плавания. Добрый день. Здравствуйте. Можно мы поснимаем, да? Ну, да. Немножко. Отсюда есть тоже въезд. Здесь вот гараж, если первый брать. И отсюда тоже есть въезд. На участок 4 въезда. 4 въезда. Здесь такой сад. Ну что, пойдем вовнутрь. В обзор дома посмотрим, что внутри. Все, полностью описание дома будет в описании. То есть квадратура. Сколько комнат. Квадратов, как место расположения. Здесь мебель, но эта мебель, все вот это запаковано в коробке, он будет продаваться полностью пустой. Я буду ходить направо, поворачиваю. Здесь вот туалет, душевая кабина есть. Здесь комната. Здесь, походу, выход еще куда-то или это нет. Это гардеробная, да, гардеробная. Туда, там вот выход. А здесь центральный вход. С другой стороны. Двойные двери. Паркет. Везде дубовый, что первый, что второй, что третий этаж. Если хватит карты памяти заснять до третьего этажа, все, я вам покажу. Здесь игровая комната. Это вид в сад. И там мы поднимемся на второй и третий этаж озера. В какую сторону озера? Мебель вся эта будет вывезена. Это второй этаж, получается. Здесь закрыто. Здесь туалет, ванна. Здесь немножко света нет. Свет, что-то со светом здесь нету. С лампочками проблема. Здесь еще одна комната. Там комната. Вот это вот вид с окна обратно в ту сторону, где расположено озеро. Вот участок длиной. Яблоневый сад, там разные малины, смородина, забор, подъезд, вон там он есть, ворота, въезд. Раз ворота, потом сюда пошли ворота. Серега. Здесь камин. Здесь спальня была. Ну что, теперь дальше двигаемся. Третий этаж. То же самое, везде дуб. Плинтус тоже дуб. Комнаты. Шкафы-купе, туалет. В принципе, вот этот дом можно смело исполнить как гостиничный комплекс. Такой большой. Ну и все, там еще есть цокольный этаж. Раньше планировали там построить такую мансарду под стеклом, что-то летом посидеть. То есть там есть эта возможность. Здесь вот комната еще. Какие виды.
загнал кругом природа, лес. Ну все, дорогие друзья, цена такого дома, коттеджа, 600 тысяч долларов. А здесь на два входа отсюда. Вид с третьего. Это Беларусь, Минская область, Смолевичский район. Полностью подробно смотрите, читайте описание, там я выложу этот список описания. Сколько квадратов. Все, всего хорошего. Еще одна комната. Вот еще один камин, серьезно. Виды, конечно, хорошие с окна. В любом случае, даже третий этаж, просторы. Отопление. Сейчас еще узнаем, какое здесь отопление. Поймали тут соседа. Сейчас он расскажет, что здесь находится в этом агрогородке. Что, здоровенько всем, дорогие друзья. Короче, дом продается в уникальном месте. Рядом аэропорт Минск. Школа, садик, потому что улица школьная. Значит, в этой деревне есть школа, есть садик. Потом есть водохранилище большое. Советую тебе потом после этого, ну, когда закончишь здесь снимать, съезди, покажи водохранилище. Вот буквально в шаговой доступности куча рыбаков. Я столько, ну, не видел давно уже, чтобы в одном месте их целая куча была. Потом, смотрите, дом продается, это уникальный человек. Он попросил не озвучивать конкретно его фамилию, да, но заинтересованным лицам имейте в виду, что это дом с историей, дом уникального человека, который... Ну, не буду раскрывать все тайны, все секреты. Заинтересованным, да. Заинтересованным у Олега есть контакт этого человека. Мы не риэлторы, мы блогеры, правильно? Соответственно, накрутки здесь нету. Мы связываем людей. Ну, связываем покупателя, да, и продавца. Мы хотели вас спросить, что вы сказали, школа, садик есть, да? По цене, да? По цене, да. Смотрите, на Реалбае этот дом стоит 600 тысяч долларов. Потому что реально масштабы впечатляют, да, постройка, тем более Минск рядом, все рядом. Ну, да, тут, да. Да, для ни одной семьи большой. Смотрите, 600 тысяч долларов там стоит. Мы приехали, для нас он уже стоит 560 тысяч долларов. Ну, мы уже поторговались чуть-чуть, да. Вот, а дальше заинтересованным людям наша желтая и зеленая пресса вам скинет еще дешевле. Есть торг. И торг конкретно есть. Только писать. Ну, это все, да, заинтересованным лицам. Я все сказал. Спасибо за внимание. Спасибо, спасибо за интервью. Ворота распашные, откатные. Еще одни вот ворота заездные. Ну, это вот вход, который я с той стороны первый этаж шел. И не вышел, получается. На втором этаже тоже вот можно выйти, видите. Как-то так. Здесь котельная. Все, котлы стоят, видно, газ на газу. Раз между крайними приборами минус 30, понятно. Вот на самый вот этот мощный, который Lemax. Канализация видна, откачка, закачка, вода. Ну все есть в рабочем состоянии-то. Огородик пойдемте, я вам еще покажу. Канализация здесь местная. Получается, еще в конце участка, вот туда, куда я уже двигаюсь, туда уже озеро, выход к озеру. Вот здесь вот местные, там вот еще въезд один есть напротив вон того дома. И вот местная канализация сюда подъезжает. Тут бочки какие-то такие, тут хороший тоннаж здесь, сказали, бочек. Как-то так, дорогие друзья.
яблони. Ну, от Минска недалеко, конечно. Возможно, он этих денег и стоит. Целая история. Вам не дом в деревне купить за 40, за 10 долларов или за 15. Документы сделать, все сделать за 1000 и жизнь. Здесь только здесь сколько вложено. Я думаю, он больше вложено, чем они даже сейчас заявили эту стоимость за этот дом. То есть на сегодняшний день построить это очень впечатляющие объемы. Тут одни вот эти вот, я не знаю, как назвать, елка, кедр или что это, с реки повырастали. Сорвали на участке айву, морячку дали. Так, ой, говорит, ой. Сидит, смеется, ой, ой. Слышите? Дорогие друзья, зрители, подписчики, делайте репост этому видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем с вами снимать такие вот дома. Кто у кого есть еще покруче дом такой, пишите, звоните, сделаем видеообзор вашего дома. Всем хорошего настроения, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, распространяйте видео. Такой вот домик, да. Еще по озеру вам показать. Все, до скорых встреч. Спасибо этому дому, поедем к другому.